приехали мы на гомельскую землю. Не буду говорить куда, потому что ребята не поймут. Но приехали мы вчера. Это все дела я не снимал, как мы тут ездили, искали целый день. Ездили и искали с самого утра. Ну, нашли на озере. Блин, ну, 10 тысяч, может, гусей. Ну, море просто падает и падает, и падает, и падает. А поле кормового только одно нашли уже под вечер. Приехали туда, там куча охотников. Ну, и решили, план действий был такой, сесть вот на такое поле привлекательное, километра 2-3 от этого озера, подальше от других охотников. На пролете. Надо садиться, да. И сели, короче, на пролете мы. Короче, гуси не дают даже приветствия записать. Такая ситуация. Стали на пролет, в общем. Потому что там на озере море людей. Реально там несколько команд и стреляют оттуда. Но нам повезло, что на нашем поле вот там есть скрадок. И там скрадок. Но сегодня никто не охотится на этом поле. Но гусь просто валит, блин. Тысячами, тысячами, десятки тысяч гусей просто. Море гусей. Ну, солнце сейчас вышло. Тяжеловато наманивать. Я духовым маню. Вот, включали на фоне тихонечко электронный. Кто не знает, у нас разрешен электронный в Беларуси манок. Что еще? Вчера вы, когда были в разведке, здесь волка подняли. Ну, гуси летят постоянно, вот, если стоишь, смотришь, там клин, все время летят. Вот наша маскировка, наши ямки. Леха, пацаны первый раз на гусиной охоте. Пацан... Я чую твою ногу маскирую. Спасибо. Пользуясь случаем, передаю привет всем подписчикам. Туман, как тебе гусиная охота? А тебе? Вот. Я одного супер. Ты только одного сбил? А патроны уже заканчиваются. Короче, реально некогда просто комментировать. В этом видео будет просто охота, без всяких там этих рассказиков. Ой, они что-то космолеты идут. Будем бить? Ждем, ждем. Этих ждем, 4. Вот сейчас на этом круге, если зайдут, будем бить. Готовимся. Готовимся. Одного сбил, вон тот упал. Бьем. Бегите, забирайте этих подранков. О. Спрячься. Так три выпало или два? А. Ну с полем, пацаны. Заходят. Вон летят пятерочка, может эти снизятся, смотри. Пропускаем. Вон смотри, заходит тройка там. Дайте хоть выстрелить раз. Бьет. Есть. Есть.
Садись, садись, сейчас может еще накрутят. Вон тройка крутит еще. Хрен там и не заходит. Они складывают крылья, смотри. Смотри, сколько косяков идет, а, гуся, смотри. Тысячи, тысячи валят. Откололся, смотри. Туман, а что ты не глэгаешь? Вот этих вот. Рано, 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 рано. Сейчас будут заходить со спины. Бьем. Раз, два, три, бьем. Я попал тоже вроде бы. Добивайте Това. Добивайте справа. Вы, пацаны, будете сбивать что-нибудь? Сейчас будем бить. Не-не, рано, не. Да, надо бить, если зайдут. О, слаживают, смотри, как крылья. Может, подождем? Рано, рано. Вот эти, если сейчас на круг зайдут, будем бить. Которые сзади. Блин, высоковато. Бьем, бьем, бьем. Я вообще два сбил, Туман, если что. Ну как? Во, вы попали на охоту, пацаны, первый раз, ну. Белолобые все? Какие-то мелкие. Мелочь какая-то. Смотри, бы сели. Крыло отбили, смотри. Да. Я попал, это мать твою. Димон. С полем. А этого, нет, слышишь, Дима, а ты вот предпоследний раз налетали, ты бил второго скала? Да, скала, да. А ну. Я в него стрелял. Ну и как с него перья полетел. Ему... Гильзы надо собрать, троху, бляха, было. Гильзы, это охота нравится. Да, уже охота удалась, можно сказать. Сейчас еще высоко. Ой, одиночка. Спалил нас, видели? Они ушли, они что-то заметили, не понравилось. На последнем круге они резко поднялись вверх.
Вот на этом круге можно бить, если они налетят. Сейчас налетят, будем бить, Серега. Пропускайте на нас и бьем. Не стреляй. Давай. Пять было. Да. С одного выстрела два. Сядь, 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 этот налетит сейчас. Сядь, сядь, сядь. Давай, бьем. Надо было стрелять. Надо было не стрелять, а высоко. Блин, ну эти вообще красава нашли. Просто. 4 выпало, да? Да, 4. Блин, ну конечно, когда они на 10 метров налетели, так. Но. Да. Гуменник, слышал? Да, гуменники. Пара заходит. Рановато, рано, рано, рано. Блин, когда много гусей, тоже хреново, короче. Там гумяшек где-то есть. О, вот этих давай, пару. Подожди, сейчас зайдут, будем бить. Да-да, вот эту большую будем бить сейчас. Этот вообще низко прошел, блин, над головой. Блин. Вообще. О, бьем, бьем, бьем. Но я этого далековато снял, вот этого, который второй. Блин, я не видел их, я на эту пару смотрел. Ну да, хорошо. С полем. Да, вообще как-то. Начинает, один увидит что-то и начинается. Блин, они, видишь, и друг друга потом закручивают и не начинают подниматься. Рано. Вот сейчас зайдут, будем бить, пацаны. Готовимся. Готовимся. Раз, два, три. Бьем. Есть, 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 есть. Да не стреляй. Готов, готов, готов. Давай. Стой, возьми ружье, ружье! Это я его подбил. Где-то тут. Хорошо, хорошо, вот тройку забрали с четверки вообще. Красота.
полем, пацан. Поля, красавчик. Человек, не, по красоте нормально. Вон лежит, он, надо его забрать. Ну-то. Ногами на хуёво. Я уже пьян. Слышишь, мне внутри, как будто я бегаю. Жарко, вообще капец, мокро. Три. Одного я сбил в ту сторону. Ну, надо будет все, в любом случае пройтись, посмотреть потом. Ну, блин, а что, заскакиваешь, выскакиваешь, раскидываешь эту. Вот этого я вообще прикольно подбил. Не, ну ты по нему промазал, потому Серега стрелял. Вот как ты разберешь его, посмотришь, на нулевку будет. Я чисто тройкой стреляю. Во, явно видно, что тройка попала. Да стопудово. Пару слов для комсомольской правды. Когда вот одиничка какая-то крутится, и стая идет, он видит эту, что крутится один, и отламывается уже от стаи. Короче, бьем тройку, это гуменники. Не, все, походу пошли они. Вон еще летят сюда. Каких? А, во. Блин. Вообще неудобно шли. Не-не-не, еще не упал. Сел. Иди, возьми только ружье. Вон там еще пятерка слаживает крылья. Не пятерка, а десятка. Не, над головой, на солнце. Я думаю, там солдат сидит в кустах, и они его видят. А где он? А не, высоко, пацаны. Высоко. Это бестолку. Пускай лучше крутит, может, других наманит. Они высоко. Хорош. Красава. Хорош. Блин, хотел водички возвращаются, уже видно с полей где-то откуда-то. Сзади, да. Вот сейчас они будут заходить, будем стрелять. Еще круг, да. Сейчас будем бить. Блин. Бляха, солнце не дает им снизиться нормально. А мне надо манок помыть, потому что уже засрался. Но, на да, на солнце, блин. Блеск этот. О, где-то глыгает. Где он? А, вон он, о, да. Как самолет. Бей кто-нибудь, Андрюха, бей. Я? О, и. Достану что-нибудь. Естественно, достанешь. Лапы видно в бинокль, значит, нормально можно бить. Смотрите аккуратнее, они от солнца заходят. Есть. Есть. Два. Хорош. Фух. Отлично. Отлично вообще! Да, левее, левее! Там!
Нормально с них перья посыпались, да? Видел ты? На солнце как перья вылетали. Неси. Красавчик. С полем, вообще красота. Это двоечку вообще красиво. Они да, на пределе, так скажем. Двойка, не, там была семерка еще выше. Семь штук. Я два. Я два, я же два. Я два, да. Они уже падали, все равно два стреляли. Да ладно, после моего выстрела сразу да. Два и упали, что вы рассказываете? Я как стрельнул, у меня видел, как ручка пошло, и потянул, я рот пошла так. И два упали. Но мне стреляло, когда они сейчас, когда они крыльями, как моторчик какой-то. Ну да, вот когда они начинают крыльями так, ну, хрустеть, это все, они уже заметили тебя. Они уже начинают подниматься, да, если они планируют, если уже начинают свист крыльев слышишь, все это. Снижается. Сейчас будем бить, да? Бьем, короче. Есть. Отлично. Молодцы. Ну видишь, от стаи высокой, как его отщекнули одного, и он... А? Не видел? Да, от большой стаи вот этой, что прошла, он отделился. За ним сразу еще пару штук отделилось. Но потом тебя крутнули. Он уже лапы начал выставлять даже так. Чик-чик пытался, как тут находил. Вон гусь летает один. А, это ворона. Это Серегина. Сядьте, сейчас как раз сюда идет. Бьем. Добавить, да? Этим сюда по одному. Ну, больше... И сюда по одному еще добавить, наверное. Больше 20, да. 19, 20, 21, 22, 23. 23 гуся. С полем. И познакомились. Мы в таком составе вообще первый раз охотимся. То есть, ребята, грубо говоря, вообще первый раз на нормальной охоте на гуся. Я вообще первый раз. Андрюха вообще первый раз. Андрюха еще не добыл до сегодня, да? Нет, я два. Со скоротка? Нет. Со скоротка не добыл еще ни разу. Так что у нас как бы, да, два новичка и нормально. А вот с Лехой мы вообще познакомились буквально. Он мне написал, позвал меня, грубо говоря, и вот мы все собрались. Знали, куда ехать? Да, да, да. Как бы да, знали, куда ехать. Блин, ну вообще клево. Нормально мы напускали, в принципе, сегодня уверенно стреляли. Всех подранков даже добрали, хотя столько много гусей. Я считаю, что вообще отличный результат. То есть сегодня еще вечерком сходим и поедем домой. А так в целом оценивайте видео. Привет. И гуси летят. Гуси летели просто и летели, и летели, и летели. Блин, тысячи тысяч. Маниться не хотели уже. Ну да, солнце когда вышло уже, где-то в 9 часов. Еще пару таких мы нормально накрутили, а уже сейчас они просто на озеро летят отдыхать и вообще не манятся. Вот тройку буквально мы вырвали, двоечку и одного потом. Ну и решили в 11 собираться идти. Блин, давайте фоткаться, ну чё? Давай. Подписывайтесь в Инстаграм, фотки сейчас выложу в Инстаграм. Давайте кучкой сфоткаемся, а потом уже поотремимся, да? Оценивайте видео, подписывайтесь на канал и увидимся в угоде. Туман.